Всем огромнейший привет! С вами, как всегда, если мы продолжаем прохождение принципа Талоса. Мы загрузились как-то, ну, туретка у нас есть. Вот, и не совсем туретка. Ну, давайте я буду называть ее туреткой для... Потому что, ну, бас, вот и все. Точно. Ой, сложно. Сложное сочиненное предложение. Ой, сложно. Сложно, однако, братан. Ой, сложно. Блин, буду сложно. Сложно. Ой, блин, реально сложно. Ну, ну да. Сейчас. Сейчас вот так все будет изи, ага. Хрен там что будет изи. Итак. Ой, а почти, да? Почти как-то там что-то сообразили. Ай. Ай, беда бедовая. Голова тупая. Голова, правда, немножко так подтупливает, согласитесь. Не, ну это, блин. Ненавижу эти тетрисы. И так-то тетрисы вещь вполне себе хорошая. Логично и хорошее, но... Не сейчас, ой, не сейчас. Как-то вообще ставить-то, блин? А, ну. Платить как-то вообще. Ну, плюс-минус, наверное, все было как бы и неплохо, может даже бы. Ну да. Было даже, может, и неплохо. Только подкрался чувачок. Чувачок один подкрался. Ой, чувачок. И как тут, блин. Нет, жесть. Первую мы как-то сразу на радостях собрали достаточно-то быстро, ну. Ну, относительно. Они все одинаковые, что ли, вот эти? Не, да? Эти три одинаковые, да? Да, блин, поставь рядом. Две, то есть, да? Угу. Не одинаковые. Может, так сразу их тогда вот так вот и захерачить? Раз они такие одинаковые. Thank you.
Блинский ты по голове, а? Как сложно это все. Ай! Как эту херню вообще собирать? Слишком много тут, мне кажется, этих кубиков. Слишком тупо много. Ага. 20 000 раз. Ага. Не, ну так вот, конечно, было бы неплохо. Что-то немножко не подходит, да? Чуть-чуть. Что-то не вылазит. Что-то, блин, не так. Что-то, блин, не то. Он его знает на самом деле. Не, ну тут явно не так все это делается. Очевидно, да? Ой, блин, не знаю. Сейчас буду, наверное, всю серию с вами составлять эти пазлы сраные. Не люблю. Вот что не люблю, то не люблю. Ну вроде вот, да, вот вроде, пожалуйста. Это не хватает, не хватает одной херобуры. Угу. Уж так все-таки. Ну если было бы так, было бы все изи слишком. Твою за ногу, твою за передницу, за жопицу. Не знаю, что делать вообще. Я сдаюсь, можно удалять. Удаляй, 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 удаляй. Ну, Басян, ну, Басян, ну, Басян. Нет. Если ставит, то, наверное, все как-то так, как-то так, как-то так, ну да. Ай, блинский ты по голове. А, ну. Нет? Ну, не знаю, что делать реально. Я сдаюсь. Пойду я, наверное, гуглить, что делать. Ну, блин, потому что, ну как? А как по-другому-то без гуглежа? Без гуглежа она и... И жизнь нехороша. Ай! Если бы сюда, оно было бы, да. Если бы вот так, оно было бы хорошо, конечно. Не туда оно ложится, знаете, не туда оно ложится все. Ну, эта штука не туда ложится. Ну, как тут? Понятно, что все не туда идет. Как бы очевидно.
А сдается такая дубиналка, которая нахрен не нужна, да, которая так бамс, и все зашибись было. Вообще лишняя палка, нафига нам лишняя палка, блин. Ой, лишняя дубиналка. Ну хрен его знает, не знаю, как я эту штуку буду ставить. Честно, честное слово. Хрен его знает. Вот, казалось бы, да, и оставь только тут вот, а не эту. Жопа. Ой-ой-ой, есть как она есть. Что-то я реально мало запарился, да. Ну да, есть такое дело. Реально мало я запарился. Что-то ничего не выпарилось из-за этого. Из-за этого ничего не выпарилось. Да ладно, я не понимаю. Может вообще этого внизу нет, лежит вот так вот. Тупо, да? Ну, как вариант, не знаю. Варианты же такие могут быть чисто теоретически. Угу, могут. Ёпта, реально. Верхняя большая палка, нижняя большая палка. Охренеть. Палка, блин, давалка. Чё-то я как-то это, ну вы поняли. Чё-то я как-то это. Ну я честно не специально купил. Я, конечно, немножко так для галочки, но не специально. Ой, надеюсь, что неправильно я тут все слаживаю, да? Слаживаю все неправильно, прям сразу надеюсь, что я все слаживаю неверно. А, ну правильно, ты все неверно слаживаешь, идиот. Идиот. Маленький придурок. Ой, да, что-то я. Что-то. А, подождите, можно еще. Так, еще можно вообще. Можно вообще такое, вообще такое сделать. Не, ну как-то, ну а что нет? Вот так. Вот так, там что-нибудь так. Ну. Угу. Они все в одну сторону, что ли, будем держать? Ха-ха-ха. Охренеть, они все в одну сторону. Так, ладно, ну это вроде поменьше немножко голова. Ай, не головоломка, а хреноломка. Хреноломка немножко поменьше. Мы захреначим все-таки, товарищи. Товарищи, друзья. Будь вместе. Угу. Уже захреначили, уже все офигенно сделали. Ну, отлично. Вот так. Потрясающе. Кубец. Ну, кубец, это хорошо. Блин, правда, там нифига не молодец этот кубец. Ага. А вентилятора еще нету нифига. Так, иди, имеем мы одну палку, один луч, один кубец, и надо еще что-то открывать. Ой, как сволочь это все сволочь. Ой, как все это сволочь. Может быть, наверное, эти классики как-то снизу все-таки начинают, да?
мастить дорогу нижнюю вот так. Всегда вот так, всегда вот так, всегда вот так. А если даже вот, блин, вот так? Ведь реально может быть вот так, а? Нет, 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 не так. К сожалению, не так. Не так, друзья, товарищи. Ну, может быть... Ну, в принципе, почти. Почти вот так. Блин, почти вот так. Все почти, да? Ну да. Нет, так совсем не то. Наверное, все-таки эти палки нужно класть вниз. Ну, частично вниз. Ай-яй-яй-яй-яй. Блински ты по голове, а? Казалось бы, вот уже, да, что-то тут вот складывается, а? Вот что-то вырастает из чего-то. И казалось бы, вот оно уже. Вот оно, сенсация, сенсейшн, блин. Полный отупейшин у меня. У меня полный отупейшин. Нет, логично. А кто же нельзя? Можно зато вот так, наверное, как-то. Я сейчас буду опять тут полгода просто мучиться, мне кажется. Просто буду полгода мучиться. А может и нет. Ладно, все оказалось не так сложно. Ему вентилятор получаем. А вентилятор винтокрылый. А это что такое? Запись очередная. Просмотрев архив, ты узнаешь, что в наше время многие считали, будто цивилизация не имеет серьезного значения. Да ладно. И что нам следовало бы вымереть. Серьезно? Таких циников у нас достаточно. Серьезно? Надеюсь, тебе это кажется таким же вздором, как и мне. Надеюсь, ты сможешь что-нибудь найти во всех этих файлах. Песню, книгу, фильм, может быть, игру. Что-нибудь, что тебе понравится. Игру? Что заставит тебя понять, насколько беднее был бы мир без всего этого. Мне очень хочется верить в это, потому что... Многие люди пошли на жертвы. Полетели, пацаны. Оба. Ну, в принципе, полетели, да? Действительно полетели. Интересно, что это мы за секретную штуку-то открыли в итоге, да? Правда интересно. Это предыдущие копии искусственного интеллекта, которые сюда не добрались, что ли, получается. Не, ну по сравнению с тем, что было, это вообще изи. Это просто как раз 2-3. Используем. Вау! 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 Это робот! Робот, подруга. Нет, друг. Ну здорово, робот, друг. Ё-моё, красные глазища у тебя, пипец. А ты куда вообще, братан-то, пошел? Ты далеко вообще собрался-то? И чё?
И чё, усё, что ли? Я чё, вот так вот мучился ради того, чтобы ты просто исчез? Собирал эти пазлы, блин. Писит. Ну это подставуха. Хотя вот что это такое за вопросик? Какой-то вопросик один нашли. Может, как звездочка, которая, ну, возможно, эти вопросы нам помогут дальше в чем-то. А может и нет, я хрен его знаю. Я не знаю, уходить что ли отсюда все? Или я что-то пропустил, упустил? Да нет, просто превратился он в какую-то фигню, которую мы подобрали. Было за ним следить, куда он ушел, блин, куда он шел. Наверное. Ну ладно. Прошли мы эту комнату. Не очень сложно. Взяли какой-то дополнительный вопрос. Не знаю, что это. Главное, что взяли. Наверное. Может ли эта штука как звездочка вообще работать? Вряд ли, да? Ну да, звездочка всего лишь три, это как бы хреново. А где топор-то? Руби топор, бери хардкор. Не помните, где я топор оставил? Вообще-то я хотел его оставить где-то тут, и он должен быть нахрен тут. Не? Топор исчез, что ли? Серьезно? Не, вы серьезно? Топор просто исчез? И это типа балансно и честно, да? Ну ладно, если что, потом серию свою пересмотрю, посмотрю, куда я топор делал. Пока у нас на втором уровне, во втором, вернее, мире есть точно такая же комната с пазлами, видимо, или с чем-то еще. Нам нужно туда. Когда я была маленькой, одна наша... Просмотрев архив, ты узнаешь, что в наше время многие считали, будто цивилизация не имеет серьезного значения. И что нам следовало бы вымереть. Таких циников у нас достаточно. Надеюсь, тебе это кажется таким же вздором, как и мне. Надеюсь, ты сможешь что-нибудь найти во всех этих файлах. Песню, книгу, фильм, может быть, игру. Что-нибудь, что тебе понравится. Что заставит тебя понять, насколько беднее был бы мир без всего этого. Мне очень хочется верить в это, потому что... Многие люди пошли на жертвы, чтобы все это сохранить. Бери топор, руби хардкор, да? Блин, а где топор? Топор-то у меня стыбзили, понимаете? Стырили топор, как... Не знамо что, просто взяли и украли. Да, звездочек пипец сколько надо. На звездочный уровень, видимо, я не попаду. Можно было писать, как, конечно, как играть, но это было не совсем честно, я так скажу. Малость. Просто водопады, да? Ну прикольно еще. Сложно. Нет. Еще более сложные головоломки, твою за ногу. Блин, я любил Тетрис, но после этого я его просто терпеть буду, ненавидеть. Мне кажется. После таких-то возлияний. Ай, японский ты бабай. Просто, наверное, так опять даю. И вот так. А потом, блин, делай, что хочешь. Как оно всегда бывает у нас. Летить, копать, колотить. Не мешает. А-а-а-а. Здесь задом наперед только.
получилось. А, нет. Или да. Ну, короче, это все слава. Вот так. Изи. Просто изи. Практически. Повезло нам с первой головоломкой. Практически все на этой планете, начиная с поверхности Земли и заканчивая составом самой атмосферы, было сформировано жизнью. Это процесс, который занимает миллионы лет. Но мы, люди, своей техникой, своим пониманием и обращением с системами все изменили всего за несколько столетий. Я полагаю, что именно это и значит быть человеком. Мы перекраиваем мир по своему разумению. Именно это и значит быть уничтожителем. И так себя уничтожаем. Правильно. Только не создаете вы себя так, а уничтожаете. Нубасы. Человеческие. Мы же за робота играем, нам по. Что они там с собой делают? Йоу. Ну, конечно, можно предположить, что это как-то так, но... Ну, теоретически чисто. Если чисто, только чисто теоретически. Ё-моё. Как же их тут класть-то правильно? Сложно? Сложно ставить-то. Очень сложно. Не, ну так... А, почему нет? Да потому что нет, потому что куча деталей, которых нужно опять куда-то поставить, непонятно как. Опять куда-то ставить, опять непонятно как вообще. Ну, может быть, а может и нет. Может быть, а может и нет. Скорее нет, чем да. Ну да, логично, что уже все не так. Много слишком пазлов. Слишком много деталей, чтобы все это быстро составить вместе. Там очень много. Так, а если я все-таки начну, например, они что, одинаковые, да, все? То есть они все в одну сторону смотрят, кроме одного. Вот это, конечно, любопытно. Да, может быть, как раз вот так и делать, смотреть. Если они все в одну сторону смотрят. Ну, как вариант. Легкий, небольшой вариант. Нет. Что-то я делаю малость не так. Вот что-то совсем чуть-чуть, но не так. Наверное, вот сюда нужно класть. Это, наверное. Ну, хотя тогда это не получится, да? Да, это не получится. Несу так. Так. Нет, как-то нужно, видите. Сделать как-то, может быть, вот так. Это сюда не влезет в любом случае. Ну, почти, конечно. Почти, да? Почти подошло. Ну, не знаю, какие-то такие наметки. Наметки возможны. Нет, ну. Мы должны понимать, что вот это, то есть, никак сюда не зайдет. В принципе, да, то есть вот эти штуки надо, если и класть, то в самый низ.
скорее всего. Как-то вот так их сюда. Хотя вот если что-то типа, ну не, ну этого не может быть просто, потому что не может быть. Потому что вот это сюда уже не зайдет. Это вот сюда как-нибудь положить, да? Как-нибудь сюда положить бы. Все-таки, наверное. Не, ну тогда нам нужно две полки. Нам нужно две полки. Хотя можем это все, по идее, подвинуть вот таким вот образом. Очевидно, что нет. Похоже, но... Видите? Похоже, но нет. Ой, мы будем долго мучиться. Чувствую. Чувствую, будем тут мучиться часы просто. Как же собрать-то этот пазл? Слишком много деталей, понимаете, слишком много деталей, вот в чем проблема. Проблема в огромном количестве деталей. Было бы их поменьше, было бы все попроще. И еще эта штука сюда не подходит, то есть только так можно. Сюда тоже не вставляется, то есть как-то если... Если начать сбор отсюда, ну, например, отсюда, да. Ну вот что-то вырисовывается, но все равно. Это одна эта штука, она куда-то мешается. Хотя, ну, если так, то нужно... Нет. Нет, так не получится. Обидно, потому что, в принципе-то, все идет неплохо. По идее все шло неплохо достаточно. Ой, так, нет, скорее, наверное, вообще даже вот нет, так, скорее вот это сюда бы пошло, правильно, чем это туда бы пошло. Ну и да, остается два куба, которые ничего не делают. Ну, хотя, с другой стороны, если так. Вот что-то уже похожее, да, левая часть. А правую, может быть, сложить вот из этого как раз, а? А почему, собственно, нет? Хоба и хоба. Отлично. Все-таки не два часа мы мучились, это уже радует. Открыли мы плазменный луч. Луч есть. Туретка есть. А, еще пазла есть. Еще нам тут надо сложить, да, одну. А там тоже луч, наверное, просто другого цвета. Главное, чтобы поменьше их было. Ну, с виду их меньше. С виду их меньше, это, как говорится, радует. Это нас радует. Нет, не так, и не так. Ай. Наверное, так. И одна лишняя, да? Да. Может, вообще как-нибудь? Не знаю. Вообще по-хитрому. Ладно, тут их меньше. Ну, логично, их меньше. Дальше должно быть проще. Это не факт, что там будет проще-то.
Ой, не факт, эти две большие палки, не знаю, куда их вообще девать. Ой, не знаю, нет, чёрт, я не то ставил вообще. Так, а если их вот так, а тут вообще вот так? Оба! Хитро, да? Хитро! Ну да, дальше только не хитро. Вначале ты хитро, а дальше что-то как-то не очень. А, все нормально. Вот так вот. Ну просто меньше, соответственно. Меньше количества, да. Чисто меньшее количество. Благодаря более меньшему количеству у нас это и получилось. Так, раз, и, соответственно, два. Особых головоломок дальше нет, просто вот сбор... А, еще один пазл-то. Еще один здоровенный пазл, да? Не знаю, просто... Просто не знаю, как его собирать. Сюда явно не то. И главное, они неудобные еще, вот эти очень-очень неудобные. Получаются, видите? Из них, конечно, можно что-то сделать, было бы. Или все еще можно? Не, нельзя. Если бы хотя бы одна штука вот из этих заворачивалась бы сюда. А, ну в принципе, если я просто их... Нет. Двигай, не двигай, ничего не выйдет, да? Или выйдет? Или все-таки выйдет? Нет, сюда явно уже не сюда. Может быть так? Так. А, еще вот этот. Такое ощущение, что не хватает просто... Просто тупо не хватает этих... деталей. Просто не хватает такое ощущение. На самом деле, конечно, всего хватает. Просто они слишком... Хитро тут стоят. Слишком хитро. Так, ну а если их все-таки как-то вот так оставить поначалу, да? Уже вижу, что нет, потому что вот это видите, не подходит. Вот это не подходит и все. А, если так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. То есть, в принципе, почти. Ну, почти как всегда не считается у нас. Почти у нас как всегда не считается. Что сюда вставить, да хрен его знает, да? Вообще таких фигур уже нету, какие сюда вообще в принципе вставляются. Да, почти что-то. Что-то почти, но не то. Мне подсказывает, что это надо вообще самое низкое, не знаю. Что, возможно, это идет вот так. Потом как-нибудь так, так. Так, так. Так, так. Нет, сюда уже не вставится, да? А нет, вставится. Вот. Отлично, собрали. Собрали. Великолепно. Теперь два каких-то вопроса у нас есть.
Еще одного прототипа открыли. Сейчас я буду внимательно за ним следить, куда он идет. Не буду ничего читать пока. Ну, понятно, что он будет делать то же самое. Мы будем за ним следить. Да, куда ты уходишь? Ага. Просто исчезает из симуляции, я понял. Ясно. Ясно. Ну что ж, две комнаты с помощью топора мы открыли, пазлы собрали. В следующих сериях будем уже идти на третий уровень. А пока что такое, Миша, всем спасибо, кто смотрел. И всем пока. Пока.